Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы снова сегодня сыграем в игру, или такое приложение, так сказать, Will You Press the Button, или в переводе на русский, будете ли вы нажимать кнопка. Короче говоря, сегодня я вообще хотел эту игру с Лёхой снять, там по Дискорду хотя бы, но не получается никак связаться, найти время, точнее, нам обоим, так что вот такие вот дела. Сразу же записываю этот выпуск после экстренного выпуска по модам на соседа, после 105 выпуска. Ну и давайте, говоря, сегодня снова порассуждаем и повыбираем. Это довольно-таки интересное дело. И давайте посмотрим, что нам сегодня эта игра предложит. Первое. Вы можете получить любой предмет одежды, который вы хотите, абсолютно бесплатно. Но маленького ребенка, которого вы можете знать, а можете не знать, жестоко убивают. Ни за что. Никогда. Никогда на свете. Вот никогда. Вот вообще. Рассуждать вообще даже особо не будем. Дети — это наше святое. Дети — это радость. Дети должны жить. Дети должны расти. Ни в коем случае. Нет, я не буду. О, даже у людей возникли проблемы. Вот тут да. Вот чувак абсолютно прав. Ну, по сути, да. Я буду подталкивать его, когда у Джастина будет ребенок. Джастин Бибер еще не родился, даже интернет. Вы можете жить в видеоигре по своему выбору, но у вас только одна жизнь. Ну, это смотря какая игра. Покемон. О, чувак, прикольно подметил, да. GTA 5. Вы не умираете, вас везут в больницу и оживляют. точно, кстати, да. Ну, да. А вот если бы это был бы Марио, я бы точно бы не согласился. Ну, смотря какая игра. Но на самом деле, реально, смотря какая игра. Но если тут любая игра по своему выбору, то да, я согласен. Это почему бы нет. Хотя всего 50%, 58% с этим согласны. Дальше, что у нас идет дальше? Вы попадаете в мир мечты, где вы живете сотни лет, и все, что вы хотите, сбывается. Прикольное предложение. Но все, кого вы когда-либо встречали, думают, что вы хуже Гитлера и будут плевать на вашу могилу. Тогда... Тут смотря для кого, может быть... Если тут спрашивается того человека, которому самому пофигу на тех, кого он раньше встречал, тогда ему сойдет. А для меня нет. Просто имейте всех, кого любите, в мире своей мечты. Ну нет, я с родственниками из реального мира и друзьями не могу расстаться ни в коем случае. Нет, не согласен. Хотя почти 50 на 50 получилось. Что у нас дальше? Вы имеете неограниченный запас денег, но вы будете в депрессии, склонены к самоубийству на всю оставшуюся жизнь. Нет, об этом даже рассуждать я не буду. Мне и так в реальной жизни денег вполне, по крайней мере, пока что хватает. Если у вас есть неограниченный запас денег, вы можете просто заплатить лучшему психиатру в мире, чтобы помочь ему выйти из депрессии просто. Прикольно, но на всю оставшуюся... Но просто, судя по условию, не факт, что психиатр нам будет поможет. У вас есть рентгеновское зрение. На всякий раз, когда вы его используете, он излучает огромное количество излучения. Не совсем, я, честно говоря, понял. Излучает огромное количество излучения. Какого излучения? Вредоносного? Если вредоносного, то я, конечно, не согласен. Раковые силы атакуйте. Ну, я не совсем... Могу ли я пострадать? Не, ну и тут, если тут что-то про страдание, тогда нет, я не согласен. Пожалуй, я думаю, нет. У вас есть возможность превратиться в лису. Ну, а нафига мне превращаться в лису, интересно. Вам приходится иметь дело с людьми, кричащими, как говорит лиса, когда вы проходите мимо. Что в этом плохого? Быть лисой было бы круто. Просто кричите, лиса говорит, что вы все не оригинальны.
Ну, ладно, давайте согласимся, хотя мне лисой быть нафиг просто не сдалось. Все приложения бесплатные на любом телефоне в мире. Окей. Каждый телефон в два раза дороже. Ну, тут не знаю. Многие приложения можно скачать по пиратским способам. Да, конечно, многие против таких способов. Я за, но потому что и за неимением лучшего, так сказать, и имеется. Много таких людей. Но вот если... Ну тут не знаю, тут реально дилемма какая-то идет. Я вот не знаю, что выбирать. И то, как бы сказать. У того и у того обратные стороны имеются. Бесплатные телефоны по-прежнему бесплатные. Ну, бесплатных нету, конечно, телефонов. Эта вещь называется Корея. Ага, да, Корея, Северная Корея, это да. В Корее там прям. Мне не нужен новый телефон. Ну да, тут смотря для кого. Ну давайте согласимся, почему бы нет, я думаю. Ну да, все-таки согласны меньше, чем не согласны. Хотя телефоны в современном мире и так стоят очень дорого. Из-за финансового кризиса, вызванного вот этой военной спецоперацией на Украине по всему миру. Ну не по всему миру, а тем, кто прям сильно вмешивался во все это дело. Но неважно, не об этом речь. Вы спасаете тысячи жизней людей, включая свои собственные, но вы должны увидеть невинного ребенка. Невинного ни в коем случае не согласен. Я уже мы на первом вопросе это все с вами обсудили. Блин, вот эта хрень, правда, мешает. Конечно, нет. Одна жизнь против тысячи. Извините, малыш, ты умрешь. Хрен его знает. А большая часть все-таки согласились. Хотя, блин, слушайте, вот тысячи жизней людей я спасаю, включая свою собственную. Может быть, и стоило согласиться. Но, блин, ну какой-то. Ну, вот это какой-то странный выбор. С другой стороны, нажимая нет, я показываю, что я ненавижу детей и готов убить ребенка. А с другой стороны, нажав нет, я плюю на жизни этих самых тысяч людей и на самого себя. Ну, вот реально. Вот была бы тут кнопка средняя, я не знаю, я бы нажал именно на нее. Вы становитесь самым умным человеком, который когда-либо жил. Но никто не поверит всему, что вы скажете. А какой в этом тогда смысл? Просто скажите обратно и позвольте людям им предположить. Ну не знаю, в этом никакого смысла в таком случае, я думаю, нету, так что давайте не будем. Вы больше не чувствуете боли и можете дышать, даже если находитесь в космосе или под водой. Ваше тело никогда не будет повреждено или травмировано, вы станете неуязвимым. Но вы станете бессмертными. Это прекрасно. Я согласен вполне. Без разговоров. Вообще. Давайте нажмем «Да». Почему бы нет? Нереально, почему бы нет-то? Мне кажется, это самое лучшее предложение, которое мне в данный момент поступало в этой игре. Почему бы нет? Я согласен, я полностью согласен. А что по комментам, кстати? Кто бы ни написал это, немного неясно, концепция здесь. Предполагается, что тут есть и обратная сторона. Есть обратная сторона. В первые века все будет хорошо, но после этого смотреть люди, которые вы любите, просто так умирают, так плохо. Ну, не знаю. Все же самому умирать-то тоже не хочется, знаете ли. Конечно, будет грустно то, что мы теряем родственников, но поскольку мы бессмертными, мы сумеем это пережить. Разве что вот если апокалипсис какой-то на Земле случится, то это будет уже, конечно, плохо. Но я согласен абсолютно. Я хочу быть бессмертным и не чувствовать никакой боли. 9 из 11, 9 к 11 так и не произошло. Теоретическая активность выросла на 50%. Чё? Чё такое 9 к 11? В любом случае Америка вступает в войну из-за нефти, обвинять террористов это просто делает его более правдоподобным. Почему вы так хотите, чтобы терроризм вырос на 50%? Просто потому, что больше людей умрет. А мы этого не хотим. Поставьте лайк этому комментарию, если вы согласны.
Но я не зарегистрирован, поэтому я не могу поставить лайк или дизлайк. Ну, наверное, нет. Террористической активности нам не нужно. Откажусь я, пожалуй. Нафиг оно нам надо. Абсолютно. Ну да, 20% только нажали, да. 80% отказались. И правильно сделали. Терроризм никому нафиг не сдался. Так, никогда больше не делайте домашние задания навсегда во время учебы в школе. Но вы никогда не сможете пить что-то вкусного кока-колы, включая различные вкусы. Если именно из бренда кока-колы, хотя подождите, если именно из бренда, то, а нет, именно бренда тут с виду. Если просто кока-колу я не могу пить, то я могу это. Я вообще не особо сильный фанат кока-колы, я ее редко пью, так что я бы мог бы без нее пережить. Но кока-кола также сама компания производит и добрый сок. Многие соки, он яблочный, которые я пью. Если это тоже я не смогу пить, то я не согласен. Если именно только кока-колу, то тогда согласен. Давайте предположим, что именно кока-кола, я соглашусь. Я не пью газировку, и где мой недостаток? Но я сам газировку-то все-таки пью. Газированную воду там всякую и так далее. Что у нас дальше? Вы можете читать мысли, но каждый раз, когда вы читаете чьи-то мысли, они знают. Попросите своего друга нажать кнопку «Психическая коммуникация». Ой, блин. Ну, не знаю. Ну, в принципе, это может на самом деле пригодиться все равно. Когда полицейские читают мысли преступника и что-то у них полезное, так сказать, у них в головах вычерпывают. Преступники это чувствуют и понимают, что они все им и, собственно говоря, они ничего этому полицейскому сделать не смогут, так как преступник уже там за решеткой сидит или просто его удерживают. В общем, это полезно, я согласен. Это реально пригодится. Вы можете есть все, что захотите, и это будет на вкус, как ваша любимая еда. Изменится именно аромат, а не объект. Ну, сам объект, если имеется, изменится именно вкус. Ну, то есть, вот то, что мне не нравится, я буду есть, оно для меня станет вкусным. И самое главное, никакая полезность из этого не пропадет. Вот часто такой закон подлости у нас имеется, что вот то, что более полезное, менее вкусное. А все более вкусное, оно вредное. Если вот это предложение, если исправит этот закон, то я абсолютно согласен. Я бы мог в основном есть действительно здоровые вещи весь день, и это на вкус будет как моя любимая еда. Никаких недостатков. Вот и я о том же. Я о том же. Абсолютно. Вы можете поступить в любой колледж по вашему желанию бесплатно. У вас нет социальной жизни даже с вашим соседом по комнате. Так, в любой колледж нет социальной жизни. Ну, в Дании его уже бесплатно. Ну не. Блин, ну тут я не совсем, да, честно говоря, понял вопрос. И давайте я откажусь, посмотрим сколько. А, ну да, я правильно сделал все-таки, что отказался. Я не совсем понял, что тут имелось в формулировку вопроса. Вы опубликуете Великая Америка. Слюни полетели. Вы опубликуете великий американский роман, любимый миллионами. Вы проведете всю жизнь, страдая от психических заболеваний, и умрете от передозировки в возрасте 42 лет. Да мне плевать на этот американский роман, ну нафиг он мне сдался. Я и без него обойдусь прекрасно, проживу хорошо. Нет. Я должен прожить дольше намного. О, всего 24% согласились. В 2000, ой, в 20-тысячном 197 году. Это как вообще, я не понимаю, кто, что это означало, в каком, это, я не знаю, почему переводчик так всрато перевел, ну да ладно. Ой, блин, да что ж такое.
Вы получаете возможность читать мысли, опять мысли читать. Каждый раз, когда вы читаете чьи-то мысли, вы вынуждены переживать худшие воспоминания человека. Ну, смотря в каком смысле. Ну, на самом деле, почему бы нет? Почему бы нет? Давайте согласимся. Тоже как бы не так уж и страшно. Мы увидим просто, что у нее там худшее воспоминание. Но мы же не обязаны все время читать мысли. Это просто по желанию. Давайте мы согласны. Абсолютно. Вы получаете бесплатную еду на всю оставшуюся жизнь, но вы теряете все зубы. Какого хрена? Я без зубов не смогу есть чипсы. Я без зубов не смогу жрать кириешки. Я без зубов не смогу есть пиццу. Я могу... Без зуб я могу только разве что супы всякие есть. А супы я не люблю. Так что нет, ни в коем случае. Это бред какой-то. Это вообще полный бредовый вопрос. Даже без зубов говорить нормально мы с вами не сможем. Используйте деньги, которые вы сэкономили на бесплатной еде для зубных протезов. А, ну да, зубные протезы можно использовать, но лучше настоящие из зуба все-таки использовать, так что, конечно, нет. Вы станете непобедимым, но вы все равно пострадаете. И я, честно говоря, не совсем понял, что тут имеется в виду. Видимо, я стану бессмертным, но все равно пострадаю. А как именно пострадаю? То есть я не умираю, но боль все равно чувствовать могу. В отличие от того, чтобы жить жизнеспособным и получать травмы, вы не получаете травму, но удар, который должен оставить травму, все ощущается как получение указанной травмы. Например, удар ногой будет ощущаться на короткое время. Ну тогда я согласен. Жить все-таки хорошо. Ну, по крайней мере, и на мой взгляд. Каждый раз, когда вы звоните или пишете девушке, или парню пьяным, все идет именно так, как вы хотите. Сразу после того, как вы повесили трубку, ваша мама звонит вам, чтобы дать вам птицы, пчелы разговаривают, и вы можете повесить трубку. Чего? Нифига не понял. Мама звонит нам, чтобы послушать, чтобы мы через телефон услышали звуки птиц и пчел, что ли? Не знаю, я вообще пьяным не был никогда, я алкоголь, сказать честно, не принимаю. Я, наверное, откажусь, потому что, это не про меня совершенно. Ну и я не совсем понял формулировку вопроса. Тоже. Вы можете привлечь любого человека противоположного пола, которого вы хотите. Это лишает их добровольного выбора быть с вами. Ну... Наверное, я говорю нет, только потому что нет выбора для того же пола. Не совсем тоже понял, что он тут имел в виду. Ну, наверное, тут можно было бы и согласиться, почему бы нет-то. Хотя, потом мать девушки, вот, например, которую я бы сказал, родители были бы очень злы на меня. Так что тут тоже спорно, немного странно. Я не знаю, что тут выбирать. Вы получаете неограниченный запас Red Vines. Чего? Что такое Red Vines? Вы можете отдать их, но не продать. Red Vines. Phil Fish становится главой любимого разработчика игры. Я не знаю, что такое Red Vines. Я не знаю, кто такой Phil Fish. Так что я просто отказываюсь, я ничего... А, я даже угадал с тем, что отказался. Так что давайте... Пойдемся. Всю оставшуюся жизнь вы... Никогда больше не будете испытывать душевную боль. Социальную несправедливость или диарею. Но вы можете использовать Bing только до тех пор, пока вы живы. Я не знаю, что такое Bing, если честно. Что тут имеется в виду под Bing? Что за сатанинский недостаток? Я никогда Bing... Если тут имеется в виду сайт какой-то, я вообще не пользовался никогда никаким Bing'ом. А, я хотел нажать да, но случайно нажал нет. Ну ладно, пофигу. Все, абсолютно пофигу. Тут тоже не совсем понятно для меня, если честно. Вы можете танцевать, если захотите. Я и так могу танцевать, если захочу. Но вы должны оставить своих друзей позади. Я не особо-то любитель танцевать, если честно. Так что мне пофигу. Тут тоже, я бы сказал, не знаю.
А, то есть я могу танцевать только один, а друзья не могут. Нет, тогда не согласен. Зачем лишать друзей права танцевать? Вы становитесь знаменитым, уважаемым и богатым, но у вас больше не может быть друзей. Тут, смотря для кого. Но для меня не подходит. Станьте любым вымышленным персонажем, которым вы хотите быть. Интересное предложение. В чем бы вы ни находились, в каком теле бы, тут имеется в виду, наверное, не находились, вы никогда больше не сможете сделать ничего такого, откуда этот персонаж. Тоже я что-то не... Вот у меня такой же вопрос. Я не совсем понял, что тут имеется в виду. Может быть, тут имеется в виду, что я не могу за этого персонажа делать то, что он может делать во своей вселенной, то есть из мультфильма или игры, что ли. Я не совсем понял опять этот вопрос, но, в принципе, я, наверное, не соглашусь. Вы можете переделать себе, когда захотите, например, при создании персонажа игры в Sims. Честно говоря, я не играл в Sims ни разу. Вы не можете изменить руки, которые становятся супер волосатыми, и не можете видеть кожу через все волосы. Ну... Не, я... Не... Я не согласен. Во-первых, я не играл в Sims, во-вторых... Зачем мне волосатые руки? Боже мой, а ведь у меня все-таки волосатые руки. Вы работаете в компании своей мечты, где все относятся к вам хорошо, но вы работаете уборщиком. Ну, я не могу убрать собственную комнату. Вы ожидаете, что я уберу всю компанию? Но если ко мне относятся все хорошо, то я, по крайней мере, наверное, уборщик, который пользуется уважением, может, там шутки хорошие шутит. Но уборщиком работать все же мне неохота. Лучше уж найти другую компанию и выбрать должность, которая будет реально относиться более хорошо. Так что тут я не согласен. Вы можете путешествовать во времени, но вы должны заниматься сексом со своими... Идите нафиг, я даже обсуждать это не буду, нет. Мои бабушка и дедушки были бы в шоке, если бы я бы про такое ляпнул, согласился бы, я не знаю. 26% людей болеют. Ну, кто знает. Волшебная таблетка заставляет чувствовать величайшее удовольствие в течение 8 часов. Но через 8 часов вы начинаете чувствовать обратное, ужасное. Боль, и вам нужно будет снова принять таблетку. Таблетки стоят $20 каждый. Это называется наркотиками. Да. Именно это называется наркотиками. Ни в коем случае Максимадзе всегда был и всегда Максимадзе будет против наркотиков. Я с этими наркотиками сделаю пэм, 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 блин, пэм, господи, все. Удар ногой, я из-за стола не подниму ногу, удар ногой, хуя, блин, наркотиком, все, трэш. И сразу, и вот так вот такой, хуя, все, отказываемся, не, ни в коем случае, никаких наркотиков, даже обсуждать-то не будем. Так, вы выигрываете сказочный особняк. В нем обитают призраки, и призраки держат вашего брата в плену. Да я и так обойдусь, знаете ли. Экспозиция особняка Луиджи в двух предпочтениях. О, кстати, да. Игра, есть такая игра из вселенной Марио, Луиджи's Mansion называется. Там, короче говоря, пропал Марио, ушел в какой-то особняк и не вернулся, а Луиджи там пробирается в какой-то там особняк, в котором очень полно призраков, он и ловит этих призраков с помощью пылесоса, и ну и короче, спасать там Марио в конце. Да, во всех, в двух предложениях действительно, но нет, конечно, я не согласен. Ну и на самом деле моего брата родного нету. Но тут все-таки могут быть и двоюродные, и троюродные, поэтому я ни в коем случае бы не согласился, нет, ни в коем случае. Да и в том, что призраки обитают в моем особняке, это тоже мне нафиг не нужно. Нет. Вы можете изменить свой внешний вид по своему желанию. Но правительство будет неустанно искать вас. И если они поймают вас, вы будете проводить... Они будут проводить над вами ужасный эксперимент до конца жизни. Меня своя внешность и так устраивает. Так что нет, я не буду ни в коем случае.
Вы можете контролировать разум любого, кого хотите. Но вы можете использовать эту силу только в течение одного часа в день, и как только они освобождаются от вашего контроля, они помнят все и ненавидят вас за это. Ну, вот контролировать разум любого, кого хотите, это на самом деле интересная вещь. Но ненавидите за меня за это. Просто попросить их повеситься в течение часа. Да. Но в чем-то это полезно, а в чем-то нет. Тут смотря для кого. Если я над врагами это своими делаю, ну, я имею в виду, были бы у меня таковы, тогда можно было бы согласиться. Давайте даже согласимся, почему бы нет. Зато таким образом будут наказаны жестко. Да. Так, вы получаете возможность превратиться в любого персонажа видеоигры, которого вы хотите, но вы должны сражаться с ним в первую очередь. Слушайте, знаете, что это мне напоминает? Это игра Super Smash Bros. Которая выходила на консолях Nintendo. Там, короче, это, короче, файтинг, короче, где там по стилю сумо надо выбить противника с арены, и там каждый персонаж различается между собой. Там из многих игр, и из Марио, и из Legend of Zelda, из Мегамена, и там много кто есть, там даже из Майнкрафта есть. Стив, Super Smash Bros. Ultimate, дополнение. И чтобы там, и там, когда разблокируешь каждого нового персонажа, нужно перед этим его победить. Ну, и, в принципе, если я хочу в какую-нибудь принцессу там превратиться слабую, я с легкостью ее могу победить. Не, в принципе, почему бы нет, я согласен. Хотя не каждая принцесса слабая. Вы получаете возможность превратиться в любого... я не нажал. Следующий вопрос. Так, вы получите идеального привлекательного французского парня или девушку в течение 2 недель. Ничему француз-то мне обязательно. Через 2 недели вы больше никогда их не увидите, да? Нахрена мне такое надо? Нет. Вы чё? Никто не любит французов, даже французы как французы. Ну, тут я сказать ничего не могу, на самом деле. Вы можете заглянуть в будущее. Но то, как вы действуете, сильно его изменит. Я соглашусь только если в хорошую сторону. То, как вы действуете, а если я буду действовать хорошо, я загляну в будущее и сделаю счастливый конец, положу конец вот этой нынешней спецоперации, чтобы причем все было у всех, чтобы было все прекрасно. Так что я соглашусь. Если бы мне такое предложили, я бы согласился, заглянул в будущее и... Ну, хотя, смотря какие возможности, я бы сам лично бы военную операцию бы никак не смог остановить. И... Но если бы что-то я бы мог просто предугадать, обдумать и послать свои мысли туда, и это бы сбылось, то я бы сделал так, чтобы было хорошо как России, так и Украине, так и всему миру вообще. Чтобы все жили дружно и все такое. Так, универсальный язык заменяет все языки мира. Но это китайский язык. По-моему, мне кажется, универсальный язык — это английский. И поверьте мне, он намного проще, чем китайский, поэтому я не согласен ни в коем случае. Самый наиболее близкий и наиболее удобный — это английский, помимо нашего родного языка. Так, это во всех странах, по-моему, причем. Вы будете иметь полный контроль над любым животным по вашему выбору. Но вы примете внешний вид этого животного. Но, то есть, когда я... Ну, то есть, когда я перестану хотеть, отключу этот полный контроль, я стану обратно самим собой? Ну, тогда, наверное, можно и согласиться. Почему бы нет, да? Так, ну давайте еще пару вопросов, да закончим. Вы можете играть в любую игру, которая вам нравится, когда захотите, но вы никогда не сможете пройти половину пути, а товарищи по команде в многопользовательских играх всегда будут ненавидеть вас. Ну, я и так играю, любую игру, даже платную, ну да, никогда не сможем пройти половину пути, да не, давайте лучше,
Давайте лучше уж платить, чтобы это пройти всю игру мы могли. Так что я не согласен. О, 72% аж согласен, нет. Я понравлюсь всем, но никто не будет любить меня. Это как? Это как, в смысле? Я понравлюсь всем, но никто при этом не будет меня любить. Это вообще чё? Это как вообще? Это как? Это как? Вот, я повторяю слова из обзора по игре на Evil's Backroom Hell, блин. Нет, конечно. Это вообще бред какой-то и непонятно. Вы получаете домашнего дракона, но вы тратите столько денег, кормя вещь. Сами бесконечно глаз. Нет. Блин. Ладно, давайте на этом закончим. Что-то даже Google переводчик вот это все не перевел. Я понял, что тут имеется в виду. Обсуждать я это не буду. Дело. Короче, давайте закончим. Вот так. Такие вот довольно интересные предложения сегодня были. Выгодные предложения поступали в начале. Потом какие-то тупые потом. И в конце какие-то вообще странные, непонятные. Переменные предложения какие-то, в общем. Но довольно интересные мне сегодня предлагали вещи. Этот выпуск, наверное, назвать либо полезные предложения, либо переменные. Полезные, наверное, назову. Полезных было сегодня не так уж и мало. На сегодня все. С меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримский канал, Субадир в ВКонтакте. И всем пока.